Полиция и пожарная охрана убедительно просят всех. Обычное утро. Вы просыпаетесь. Эй, что ты делаешь? Перестань. Приветствуйте домочадцев. Берете утреннюю газету. Кажется, что это самый обычный день. Но что-то не так. И этому есть необычное объяснение. Произошло беспрецедентное историческое событие. Мы больше не задаемся вопросом, одни ли мы во Вселенной. Круто. Прибыли корабли из Индии, Англии и Германии. Я не думаю, что они летели 90 миллиардов световых лет, чтобы напасть на нас. Их нужно остановить! Они убьют нас всех! Они используют наши спутники времени в обрез. Мы всегда надеялись, что мы не одни. 4 июля мы пожалеем об этом. Нужно нанести крупномасштабный ядерный контрудар. Над американской территорией, если мы не будем действовать, скоро нам будет некого защищать. Нас полностью уничтожат. Выстраиваемся в ряд и открываем огонь. Они сравняют все с землей через 36 часов. Не выйдет! Вытащите его оттуда! Если мы победим сегодня, 4 июля больше не будет американским праздником, а станет днем, когда весь мир заявит в один голос, что мы не отступим. Мы не сдадимся без боя. Мы будем жить. Мы выживем. Сегодня наш день независимости. День независимости. Вот это я понимаю, близкий контакт.